Никаких директив, никаких официальных позиций не существует в принципе. По любому научному вопросу у меня может быть только мое мнение. Я только его выражаю. Вот. Проблема в том, вот как я говорил, что мы знаем единственную цивилизацию. И все мы можем делать любые рассуждения. Мы можем сравнивать себя с шимпанзе, с муравьями. У нас абсолютная свобода. У нас нет никаких научных данных, которые бы подтверждали эту точку зрения или ее опровергали. То есть это фантазия, это не наука. Что есть начало все-таки Вселенной и где ее граница? И есть ли вообще границы? По современным представлениям, Вселенная возникла около 14 миллиардов лет назад в результате некоего события, которое на русском языке крайне неудачно называется «большим взрывом». Я пытался выяснить, кто это сделал, кто придумал это словосочетание, никто сейчас уже сказать не может. Спрашиваешь, кто придумал термин «большой взрыв»? Фред Хойл. Нет. Фред Хойл придумал термин «Биг Бэнг». А кто-то умный перевел его на русский язык как «большой взрыв». Это было некое событие, в результате которого началось расширение Вселенной, в результате которого сформировалось вещество, из которого мы состоим. Сейчас это расширение продолжается. Дальнейшая судьба Вселенной – темна вода в облацах. Тут разные есть теории, разные есть теоретические модели, но вот если в прошлое мы как-то заглядываем и какие-то модели можем сравнивать с наблюдениями, то когда мы начинаем смотреть в будущее, все становится сложнее. И тут вы можете найти в литературе любой устраивающий вас вариант. Большое сжатие, вечное расширение. Нет, не наблюдаем, да. Куда пришло и куда уйдет, никому ничего не Вот интересно. Смысл модели большого взрыва состоит в том, что он происходит везде. Это ниоткуда. То есть не было точки, в которой это все началось и которую можно в итоге обнаружить. Ее не было. Она везде. То есть это вот, ну, популярная аналогия – это шарик. Надувающийся воздушный шарик, у которого нет на поверхности какой-то выделенной точки, из которой он расширяется. Что наиболее дальние сейчас наблюдают наши радиотелескопы? Примерно какие расстояния? Самые-самые удаленные от Земли? Ну, самые удаленные. Тут опять... 13,6. Нет. Тут есть еще такой нюанс, что такое расстояние. То есть вот то, когда вот мы здесь сидим, видим какую-то далекую галактику, сейчас она не там, где мы ее увидели. То, что мы ее видим, это время распространения света. Она за это время куда-то усвистала, там, мы об этом никогда не узнаем. Вот самые далекие объекты – это объекты, возрасты которых мало отличаются от возраста Вселенной. То есть свет от них к нам шел вот, время порядка 13 миллиардов лет. Человек рождается, живет, потом умирает, да? Звезда рождается, там, живет какое-то время и, в конечном счете, умирает, да? Ага. Через какое-то время умрет и наша Земля, да, и наше Солнце. Вообще, тогда какой смысл вообще от жизни? Если он как это... Почему это должна быть задача? Нет, смотрите, на самом деле это вопрос очень хороший, потому что он... как это ни странно, имеет отношение к нашей сегодняшней жизни. Да, вот, например, сейчас часто задается вопрос, зачем нам пилотируемая космонавтика? Вот зачем? У нас роботы замечательные. Вот поехал Curiosity, полетел на Марс. Работает там, пожалуйста, радиация, отсутствие кислорода, не проблема. Марсоходы Spirit и Opportunity американские, они полетели на Марс на 3 месяца. В 2003 году Opportunity выключился только в этом году. Зачем нам лететь на Марс, людям? И это может иметь какие-то орг-выводы, орг-последствия. Но есть очень простой факт. Через несколько миллиардов лет жизнь на Земле будет невозможна. Мы ничего не можем с этим поделать. Через несколько миллиардов лет перестанет существовать Солнце. Мы можем как-то пытаться спланировать свою жизнь с учетом этого. А можем решить, ну да, давайте на все деньги сейчас купим шампанского, вот, и уйдем красиво. То есть это вопрос такой мировоззренческий. У нас есть выбор, у нас, мы можем что-то решать. Есть, например, такой, ну, план, он немножко, может быть, смотрится кретинически, может быть, таким и является, например, что Землю можно отодвинуть. Несколько миллиардов лет – это очень много.
И за это время маленькими усилиями можно чуть-чуть менять орбиту Земли, и она за несколько миллиардов лет отодвинется от Солнца. Солнце будет становиться горячее, больше, а мы будем от него все время отчалим. Исследование в этой области направлено на то, чтобы найти другую планету для дальнейшего перемещения. Ну, я красиво могу ответить «да». Но при этом нужно понимать, что наши перспективы при нынешней нашей технике на межзвездные перелеты – это, в общем, штука довольно печальная. Но что-то надо делать или ничего не делать. Да, у нас есть и туда, и туда. Сейчас, которые покинули нашу галактику, уже есть? Нет, нет. Самые далекие рукотворные объекты на сегодняшний день – это космические аппараты Voyager 1, Voyager 2. С 1977 года они летят, это тоже чудо техники, они продолжают работать. Они уже больше 40 лет летят в космосе, они продолжают работать, они передают научную информацию. А вот они удалились на расстояние меньше 150 астрономических единиц, где астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца. Это чудовищно меньше всех прочих расстояний в нашей галактике. То есть, вот, например, если хочется вот как флажок воткнуть, да, вылететь за пределы нашей галактики, нужно лететь в направлении Северного галактического полюса на расстояние десятков миллионов астрономических единиц. А мы за 40 лет с огромным трудом кое-как на 150 улетели. И никаких других проектов туда полететь, ну, я имею в виду проектов, которые были бы хоть сколько-нибудь в железе, нет. Идеи есть, но готовности выделять на это денег нету. Одна ли Вселенная? Это очень хороший вопрос. Вот я говорил, помните, что у нас проблемы, когда мы начинаем работать с объектом, который существует в единственном экземпляре. И начинают возникать вопросы. Хорошо, значит, большой взрыв, Вселенная начала расширяться. Куда? Значит, есть Вселенная, есть что-то где-то еще. Ну и существует вот сейчас такая концепция, мультиверс называется, согласно которой, да, ну и неприятно, что Вселенная как-то вот начала существовать, а что было до, как ничего не было, ну как сложно себе это представить. Вот есть концепция мультиверса, что наша Вселенная – это вот некий маленький кусочек, в котором сейчас что-то происходит, потом будет где-то рядышком происходить, и вот она так все так потихонечку бурлит, бурлит, научных данных никаких. То есть это все тоже пока, ну, в общем, художественная литература. А по поводу высшего разума что-то можно сказать? Его место. Вот давайте я концептуально отвечу. Вот есть наука и есть ненаука. Наука работает в строго определенных рамках. Не быть наукой не значит быть плохим. Мы можем фантазировать про мультивселенные, мы можем рассуждать о высшем разуме. Это не значит, что это плохо, это не наука. Наука – это метод, это способ получения информации. Если информация получена не этим способом, это не наука. Ну, никаких, значит, пока… Нет. Нет. Маркеров, скажем. Биомаркеров, да, высшего разума нет. Пока все как-то наоборот. Сама концепция… Вселенная, как надувающийся шарик, да? Угу. Когда шарик надувает, он рано или поздно, если постоянно надувает, он лопается, да? И может ли произойти то же самое и с нашей? Может. А откуда надувается? Откуда вот идет? Из чего происходит расширение? Одно дело это смотреть как распад атома, да? Другое дело смотреть как, какой-то нужен объект, да, из которого уходит какая-то энергия, которая влияет на то, что звезды вдруг разъединяются на более дальние. Я, может быть, здесь дам ответ не очень квалифицированный, поскольку не являюсь специалистом в этой области, поэтому вы меня потом проверьте. Но существует одна большая проблема у нас в науке. У нас есть теория гравитации, это общая теория относительности. У нас есть теория строения вещества, это квантовая теория. Они несовместимы друг с другом. Они существуют отдельно. И попытки их объединить, построить квантовую теорию гравитации, пока никакого результата не дали. И расширение Вселенной – это расширение пространства. Это общая теория относительности. Что потом будет происходить с веществом на микроуровне – это квантовая механика. Они не стыкуются друг с другом.
И ответить на этот вопрос нельзя будет до тех пор, пока не построена квантовая теория гравитации, пока не удастся их поженить. Скажите, а вот сейчас позиция науки какова? Есть все-таки закономерность происхождения, возникновения, или все-таки все хаотично? Есть какая-то закономерность? Это, может быть, опять вопрос о высшем разуме? Это вопрос к тому, вот, что я показывал. У нас на графике одна точка. Чтобы выявить хоть какую-то закономерность, точек должно быть две. Все находимся в одной точке пока. Ну, одна Вселенная, одна цивилизация. Вселенная – своя логика, там никакой-то. Ну, вот о чем и хочется узнать, есть логика там? Или все как же пока бессильно в этом? Замечательное, может быть, не совсем объяснимое или совсем необъяснимое свойство Вселенной – это ее свойство быть описываемой математическими уравнениями. То есть о каком хаосе может идти речь, если у нас есть законы физики, которые допускают простую запись математическими выражениями? То есть она упорядочена? Конечно. Следовательно, из этого следует, что есть нечто, что управляет всем этим? Ничего не следует. Нет, нет, ничего не следует. Две точки надо. Вот будет две точки, будем что-то говорить. А сейчас, ну вот вы говорите, следует. А я вас попрошу объяснить, а почему? Вот. Ну, потому что есть связи причинно-следственные. Ну и что? Ну и что? Вроде бы как. Ну и что? А, я тогда уж скажу про такую еще замечательную концепцию. Она немножко перекликается с тем, что вы говорите. Антропный принцип. Да, вот есть довольно большая группа свидетельств, на которые указывают как на признак то, что в англоязычной литературе называется intelligent design, разумный замысел. Есть некое совпадение физических параметров в нашей Вселенной, которое ничем не продиктовано, но без которого существование жизни было бы невозможно. Например, существует определенная связь между свойствами от ядра бериллия и ядра углерода, которая позволяет ядру бериллия захватить ядро гелия и превратиться в ядро углерода. Там случайно два числа совпали, близко. Ну, близко не так, что совпали. Случайно, да. Случайно, да. И в результате возможен синтез углерода в нашей Вселенной. Были бы они чуть-чуть разными, ариведерчи, углерода бы не было. И мы начинаем думать, так это же неспроста. Это же кто-то ж так вот позаботился об этом. А с другой стороны, были бы они разные, не было бы углерода, не было бы нас, никто бы не задавался этим вопросом. Да, вот я не помню, кто-то из коллег в лекции антропный принцип сформулировал следующим образом. Почему у моих родителей родился именно я? Ведь мог родиться кто угодно, а родился я. Вот, вот эти рассуждения о том, что у нас, как это мы живем именно вот в такой вот вселенной, как она замечательно для нас приспособлена. Мы приспособлены к этой вселенной. То есть в этом отношении вот логика присутствует, но эта логика совершенно не требует никакого внешнего вмешательства. А в науке есть правило лезвия Оккама. Лишние сущности в модель не вводятся, пока это становится абсолютно необходимым. Вот внешнее воздействие, внешний разум – это ненужная сущность. Мы без нее обходимся. Значит, мы будем без нее обходиться, пока вот уже вот вообще невозможно будет. Конечно. Из того, что вы сейчас сказали, то есть, получается, вы полностью представляете существование какого-либо Бога, да, в этой жизни? Ну вот опять, вот я на самом деле я не люблю говорить на эти темы, потому что я говорю одно, а выводы из моих слов делаются совершенно другие. Я говорил, что это не нужно. Я не говорил, что этого нет. Вы вообще только представляете существование любой религии, да? Не в малейшей степени. Физика, наука и религия движутся разными путями. Они совершенно друг другу не мешают, пока они не начинают лезть в дела друг друга. Они вообще никак не пересекаются. Ну, там крупицы, да, какие-то жидкости любой, не только воды, допустим, да? Ну, на самом деле существование жидкости определяется в вакууме нет. Но если у вас имеется некое вещество газообразное, то возможность существования этих капелек определяется балансом процессов испарения и конденсации.
один из моих коллег ради смеха посчитал вот в протосолнечном диске, для каких молекул выполнялись условия, что все-таки на какое-то короткое время могли появляться жидкие капельки. Капельки жидкости. Ну вот как это не смешно, у него получился положительный ответ для спирта этилового. Но для большинства молекул это невозможно. То есть там прямой переход из твердой в газовую фазу без жидкости. Я не знаю, его расчеты не проверял, может быть, он меня разыграл. Вот. Но в подавляющем большинстве случаев плотности настолько маленькие, то есть это вот мы показываем эти молекулярные облака, говорим, ой, плотное вещество. Вот я упомянул такое число, 10 в 6 частиц в кубическом сантиметре. Это жутко мало. Это величина, которая недостижима в лучших наших земных вакуумных насосах. То есть вот то, что у нас в лаборатории стоит вакуумный насос, и там какой-то супер разреженный вакуум, там все равно вещества в единице объема на порядке величины больше, чем в так называемых плотных облаках. То есть это фактически вакуум, там жидкость не может существовать. Твердое, газообразное, все. А вот на больших телах, там, пожалуйста. А, титан, да, с жидкими озерами, там, ну, углеводородами, да. Почему это интересно? Интересно, да, что это на поверхности какой-либо там твердой воды вернулся, что ли, а твердое тело способно удержать атмосферу. Для жидкости критическое наличие атмосферы. То есть то, что у вас есть жидкость, а над ней есть газ. Вот это определяет возможность существования жидкости. А если вы эту атмосферу убрали, все испарится.